Отвезти кого? Бесплатно, если что. Да. Это частная инициатива конкретного водителя. Но в своем желании помочь он был не один. Включился и бизнес. Вечером и ночью 22 марта все поездки из района Крокус-Сити-Холл на Яндекс.Такси стоили одинаково – 1 рубль. Сервис быстро отреагировал на ситуацию. За оплаченные ранее поездки из этого района компания пообещала вернуть деньги в течение 2 дней. Жители ближайших к Крокусу домов всю ночь помогали спасателям. Они приносили сотрудникам оперативных служб и волонтерам еду, воду и горячий чай. С самого утра сотни москвичей выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших. За сутки была заготовлена почти тонна крови и ее компонентов. По сообщениям московского Минздрава, запасов более чем хватает для помощи пострадавшим. Все крупнейшие авиакомпании России заявили о том, что пассажиры могут бесплатно отменить или вернуть без штрафов билет в Москву или из Москвы, если поездка отменена из-за теракта в Крокус-Сити-Холле. S7 еще и предоставит родственникам пострадавших бесплатный перелет до столицы. Рестораторы и крупные торговые сети направят доходы за выходные в помощь пострадавшим в теракте в Крокус-Сити-Холле. А российские банки один за другим приняли решение списать долги погибших и пострадавших.